Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я готовлю заливной пирог с курицей и сыром. Пирог у меня очень-очень простой и доступный. Значит, начинка у меня будет курица плюс сыр. У меня отварная грудка, я ее сварила в подсоленой воде. Сыр у меня тоже солоноватый. Грудки у меня 200 грамм, сыра 170. Также для начинки я буду использовать вот такой вот замороженный зеленый лук. Это у меня будет начинка. Для теста. Что я приготовила для теста? Я снимаю одна, вы меня простите. У меня 0,5 чайной ложечки сахара, 0,5 чайной ложечки соли и 1 чайная ложечка разрыхлителя. У меня 2 яйца и 1,5 стакана муки. Так, 1,5 стакана муки показала. Не знаю, что тут видно, что не видно. Вот так вот приспособились. И 300 миллилитров молока. Это у меня будет тесто. Также я взяла вот такую вот форму. Это у меня для кекса форма. Но я хочу в ней испечь вот этот вот заливной пирог. Мне нравится сама форма этой кексницы. Поэтому я хочу в ней попробовать. Для начала я выливаю яйца в миску, и мне нужно их перемешать. И перемешивать нужно вместе вот с этими сыпучими солью, сахаром и разрыхлителем. Теперь я буду выливать постепенно сюда молочко. И мне нужно замесить тесто без комочков. Муку высыпать сразу всю не советую, потому что мало ли сколько у вас может муки использоваться. Так как яйца разные у нас, у меня, по-моему, средние. А бывают вообще крупные, бывают двужелтковые. Так что смотрите, муку сразу всю не высыпайте, чтобы тесто жидким совсем не было. И густым тоже. Так, и так вот постепенно вводим муку и яйца. И молоко. Заговариваюсь уже. В чем думаю, не понять. Нравятся мне эти заливные пироги. Наливные, заливные. Ну, очень нравится. Прям супер. Во-первых, их стряпать очень быстро. Во-вторых, они нежные и вкусные. Вот такое у меня тесто. Вот оно такое жиденькое. На ладушке. И получилось оно у меня однородным, без комочков. Так, тесто пока я отставляю в сторонку, а сама займусь начинкой. Для начинки, я уже сказала, буду использовать отварную грудку. Грудку я буду резать на кубики. Можете потереть ее на терке, как вам больше нравится. И мне нужно будет потереть сыр. И тоже его можно порезать кубиками, сыр. Добавляю зелень. И начинка для пирога готова. Осталось только все перемешать.
Добавлю немного черного перчика для вкуса. Вот теперь все готово. Теперь я взяла форму и брызгиваю ее маслом. Я прям хорошо сбрызнула. И теперь я выливаю часть теста. Распределяю начинку. И заливаю оставшимся тестом. Немного потрясу. Духовку я разогрела до 190 градусов. Сейчас ставлю выпекаться и буду посматривать. Значит, буду протыкать шпажкой. Ну, сейчас примерно до 25 минут поставлю, а там буду смотреть. Так и вы смотрите по духовке. Главное, чтобы шпажкой проткнуть и была шпажка сухая, когда вытаскиваешь из теста. Я пекла пирог, девочки, ровно 20 минут. Достался он из формы у меня просто замечательно. Вот такой он, шпажка сухая. Осталось только нагреть чайку и отведать пирожка. Пока у меня греется чай, пирожок остывает. Я покажу вам форму. Вот я достала, тут практически ничего мне не осталось. Но я ее, видели, обильно смазывала. И почему печется пирог в этой форме быстрее? Вот здесь видите, какое отверстие все-таки. Я думаю, это из-за формы еще. Так что будете печь пирог, обязательно проверяйте шпажкой, готов ли он у вас. Прям руку подставляю, тепло от него идет. Ну вот, девочки, какая я супер хозяйка. Я испекла пирожок для мужа. И сейчас мы будем его кушать. А что тогда мы будем кушать? Для меня же испекла. Ну а я что? Святым духом питаюсь. Я налила чаек. Тогда для нас испекла. Зеленый с лимончиком. И, ой, пирожок такой горячий. С пылу, с жару. Да. Даже не даем ему остыть. Голодные. Муж сказал, что я выгляжу отлично, поэтому я снимаюсь на видео. Ну что же. На букву Х выглядишь. Нам приятного аппетита. Перестань. Последняя буква О. Нам приятного аппетита. А ты что подумал? Вам хорошего просмотра. Всем пока-пока. До встречи. Увидимся. Пирог обалденный. Начинки много. Можно и холодным есть, и горячим, и теплым. Ну просто вкусный. Девочки, пирог вкусный. Юре нравится. Он у меня не любит соль. А вот я бы немножко подсолила. Я люблю соль. Учтите, короче, солите начинку, подсаливать.